azan.kz представляет. 99 имен Аллаха. 50-е прекрасное имя Аллаха Аль-Баис означает воскрешающий, пробуждающий. Аль-Баис – это тот, кто воскресит свои создания в день страшного суда. В Священном Коране говорится: «Как вы не уверуете в Аллаха? Вы были мертвыми, и Он оживил вас, потом опять Он умертвит вас, потом оживит, потом к Нему вы будете возвращены». 2 сура, 28 аят. Бесспорной истиной является тот факт, что все люди, которые жили на земле когда-либо, живут в данный момент и которым еще предстоит родиться, смертны. Каждый из нас однажды умрет и будет предан земле. Однако, несмотря на эту очевидную истину, большая часть людей осознанно избегает мысли о смерти, не задумывается о том, что и они смертны, и не верят в то, что будут воскрешены Господом после того, как умрут. В Коране приводится описание логики этих людей. Они спрашивают: «Неужели мы вернемся в свое прежнее состояние и будем воскрешены, тогда как мы были уже истлевшими костями в могиле?» 79 сура, 10-11 аят. В то же время Коран содержит ясный ответ Господа на вопрос людей, которые не веруют в воскрешение. «Неужели человек не видит, что мы сотворили его из капли? И вот он открыто припирается. Он привел нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал: кто оживит кости, которые истлели? Скажи: оживит их тот, кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении». 36 сура, 77 по 79 аяты. Аллах сотворил людей в первом творении и наделил их особенностями, отличающими их друг от друга. Вне сомнения, что Аллах, который создал нас в первый раз, также воссоздаст нас и во втором творении. Более того, своей волей Он мощен воссоздать нас бесконечное количество раз. Примеры того мы наблюдаем в нашей жизни многократно, когда каждый год весной Господь возвращает к жизни умершую землю и растения. Осенью и зимой природа словно умирает, и эта смерть длится на протяжении всего зимнего периода, однако с наступления весны на наших глазах все оживает и расцветает. И это происходит каждый год вот уже миллионы лет. Так и воскрешение человека после смерти столь же легко для Аллаха, как и возрождение природы и жизни после зимней смерти. В Коране Всевышний приводит верующим притчи, это точнейшее сравнение. Он извлекает жизнь из мертвого и мертвым делает живое. Он возвращает жизнь земле, когда она уже поникла в смерти. Воистину, Он способен оживить мертвых и способен на всякую вещь. 30 сура, 50 аят. Другое значение прекрасного имени Аллаха Аль-Баис означает «посылающий пророков». Всевышний Аллах на протяжении всей истории существования созданных им людей посылал к людям посланников, предупреждавших народы о соблюдении Господних законов и собравших им весть о вечной обители рая за их веру и стойкость, призывая людей через проповеди пророков встать на путь служения заповедям Творца. Некоторым из своих посланников Аллах ниспослал свои откровения, божественные писания, которые разъясняли все положения веры и волю Аллаха. Эти писания – величайшая милость Творца ко всем людям, жившим и живущим сейчас.